Здравствуйте! Воспитание – самое тонкое душевное прикосновение человека к человеку. И как много здесь зависит от учителя. Первое качество души, без которого человек не может стать настоящим воспитателем – это умение проникнуть в духовный мир ребенка. И только тот найдет подход к детям, кто никогда не забывает, что сам когда-то был ребенком. Мы убедились в этом, побывав в одном из детских садов. Я очень рада видеть вас на нашем уроке с вашими красивыми и добрыми глазами. А какой у нас сегодня урок? Самопознание. О, конечно, самопознание. И я вас приглашаю в круг радости. Давайте поздороваемся друг с другом и с нашим миром. Все вместе. Здравствуй, мир! Здравствуй, свет! Здравствуй, добрый человек! Мы с вами поздоровались и передали друг другу тепло. Садитесь, пожалуйста. Человек при встрече с друг другом и с незнакомыми людьми говорит «Здравствуйте». Так он желает здоровья и мира каждому, родному, незнакомому и всей планете Земля. А как еще можно поздороваться? Салиметусбе. Здравствуйте, можно поздороваться. Руками поздороваться, но пожать руку. Пожать руку прекрасно. Алимуша. Можно доброе утро сказать. Можно доброе утро. Настя, что еще можно сказать? Можно сказать привет. Можно сказать привет. Интересно, а как здороваются животные и птицы? Они на своем языке здороваются. Один из принципов программы самопознания – индивидуальный подход к каждому ребенку. Когда мы наполняем его любовью, мы взываем его на размышления, чтобы он научился осознавать свои мысли, слова, поступки. На таких уроках дети учатся у всего, что нас окружает. Они смотрят на солнце и берут информацию о том, что солнце светит для всех в этом мире. Родители и воспитатели тоже для детей солнышки, которые отдают свои знания, тепло сердец, ничего не требуя взамен. Посмотрите на глобус, пожалуйста. Вот это маленький макет нашей планеты. Это вид из космоса. На самом деле наша Земля очень большая. На ней много людей, разных стран, гор. Она очень огромная и очень добрая. И я вам предлагаю немножечко помечтать. Я вот мечтаю, чтобы наша планета всегда жила. Чтобы на ней был мир. Чтобы люди друг друга очень сильно любили. Чтобы у всех детей была мама и папа, чтобы наша Земля расцвела, как никогда красивой была, и чтобы вы любили ее и берегли. А теперь подумайте, о чем мечтаете вы? Я мечтаю, чтобы никогда не было войны на нашей Земле. Чтобы на нашей планете было много цветочков. Прекрасно, цветы украшают нашу планету. Яночка, о чем ты мечтала? О всей Земле, можно сказать, о всей планете, для всех людей. Не только для наших казахстанцев, которые живут в Казахстане. Есть же разные страны, есть разные люди, есть разные народы. Мы им всем желаем. Я мечтала, чтобы на нашей планете было больше мира. Чтобы наша планета была красивой. Хорошо, Катюша. Я мечтала, чтобы наша планета была все время добрая. Хорошо, доброта нас спасет мир. Денис, пожалуйста. Я мечтала о том, чтобы планета всегда кружилась. Конечно, пока планета движется, и мы живем с вами, движемся. Алима, пожалуйста. Я мечтала, чтобы люди планету уважали. Чтобы люди планету уважали, это очень важно. Ведь человек – это самое главное богатство нашей Земли. Человек умеет думать, человек умеет любить, человек умеет мечтать, человек умеет создавать. И наша планета будет самой счастливой. У нас есть сердце, у нас есть мысли и у нас есть душа, которую мы любим. Вот я человек, потому что я думаю. Ранона, ты тоже дашь. Я человек. Почему? Я человек, потому что я умею двигаться. Молодец! Лерочка, ты? Я человек, потому что я умею говорить. Прекрасно! Алихан? Я человек, потому что у меня душа. Потому что у тебя душа, прекрасно. Ева? Я человек, потому что у меня сердце. Потому что у тебя сердце. Я надеюсь, что у тебя очень доброе сердце. Я человек, потому что умею руками двигать. Я человек. Потому что я люблю... Потому что я люблю маму. Это прекрасно. Так, Оскар. Я человек, потому что я умею работать. Прекрасно. Работа помогает. Яночка.
Я человек, потому что умею ухаживать за животными. Прекрасно, молодец. Линара, я человек? Я человек, потому что умею говорить. Здорово. Конечно, если бы мы умели говорить, мы не могли бы общаться. Катюш? Я человек, потому что я умею уважать. Прекрасно, умею уважать. Денис, ты? Я человек, потому что я умею мыслить. Мыслить? Здорово. Алимша? Я человек, я могу любить. Ты можешь любить, здорово. Ведь любовь это прекрасно. Настена? Я человек, потому что умею ухаживать за растениями. Прекрасно. Вот видите, какие мы. Садитесь, пожалуйста. Я очень рада, что поняли, о чем мы говорите. Ведь человек может многое. Для этого у него есть сердце, душа и мысли. Но я хочу вам рассказать одну очень интересную историю. Однажды по лесу гуляли еж, жираф. Смотрите, какой жираф. Большой и красивый. И медвежонок. Однажды они увидели, в кустах что-то заблестело. Они подошли, посмотрели, ежик взял и говорит: «Ой, кто это такой? У него такие колючки, маленькие глазки и длинный носик». Жираф говорит: «Дай я посмотрю». Взял, говорит: «Да нет, у него длинная шея». Катя, как ты думаешь, почему жираф сказал, что у него длинная шея и маленькие рожки? Потому что он себя там увидел. Ой, я вижу себя, Тамара Михайловна. Я улыбаюсь, у меня голубые красивые глаза. Настенька. Я вижу в зеркале себя. У меня очень красивые что? Волосы. Прекрасно. У меня красивые глаза. Я вижу себя. У меня красивая одежда. У меня темные глаза. Я вижу себя, потому что у меня есть глаза. Я знаю, что у вас доброе сердце, искренние глаза и красивая душа. Вы умеете дружить, вы умеете радоваться, вы умеете любить. Я желаю, чтобы на нашей земле никогда не было войны. Прекрасно. Спасибо. Чтобы на нашей планете всегда были счастливы. Чтобы все были счастливы. Прекрасно. Я желаю, чтобы на нашей планете люди все были счастливы. Прекрасно. Спасибо большое, Ева. Я желаю, чтобы никогда на нашей стране не было глупых людей. Прекрасно. Пусть все люди будут умные. Я желаю, чтобы наша планета всегда была богатой. Прекрасно! Пусть наша планета будет богатой. Я желаю, чтобы все улыбались. Я желаю, чтобы наша планета все время была добрая. Пусть будет добрая, доброта спасет мир. Я желаю, чтобы нашу планету уважали. Пусть нашу планету все уважают. Прекрасно. Ну, Настена. Я желаю, чтобы нашу планету все любили. Прекрасно. А я, дети, желаю, чтобы все-все ваши желания исполнились. Посмотрите, какая красивая планета стала от ваших пожеланий. Она расцвела. А теперь давайте все скажем: «Я человек». Все вместе. Я человек. А теперь давайте пропоем. Я человек. А теперь давайте прошепчем. Человек. А теперь всему миру прокричим: «Я человек!» Ребенка надо обязательно вовлекать в беседу, диалог, чтобы он научился высказывать свое мнение. Если они не говорят на уроках, они не учатся. Хорошо использовать во время обучения добрые сердечные песни. Они наполняют детей теплом, светом и любовью.